Gavin Kassef. Gavin Kassef. Gavin Kassef. Да. Скажу честно, мистер Кассеф, я не вижу у вас большого религиозного опыта. Вы со мной не согласны? Нет, я провел здесь много лет. Я очень предан своей вере. У меня религиозная семья. Я хожу постоянно на мессы. Я хочу на курсы иврита. Этого все равно недостаточно. Я преподаю в еврейской школе. Еще после занятий я читаю Библию. Вы работаете там нелегально. Да, это правда. Но у меня нет выбора. Вы умеете читать на иврите? Да. А молитвы? Вы знаете главные молитвы вашей веры? Да, да. Я могу прочесть молитву вину, хлебу. Извините. Черт. Закройте за собой дверь. Мистер Кассеф, это раввин Йофи. Раввин? В другом случае я бы отказал, но вам я дам еще один шанс. Я хотел бы, чтобы мистер Кассеф прочел молитву, которую он считает главной в его религии. Если вы сможете что-нибудь предложить, я буду вам очень благодарен. Я бы предпочел Монес Кадиш. Знаете? Монес Кадиш? Да. Да? Да. У нас есть традиция накрывать голову руками. Вот так. Вот так, да. Баракатай Адонай. Melech ha'alam, alven yushalom alecham, borei pari ha'afam, vitivanu v'had lichne sheshaba. Melech ha'anam, alven yushalom alecham, adan olam, Hashem alam, Amen. Отлично. Очень трогательно. Вам стоит петь в хоре. С удовольствием. Спасибо, раввин. Я скоро вас позову. Спасибо. С этим не поспоришь. Раввин? Насчет голоса я не шутил. Жду вас завтра утром у меня. Шалом. Остальному мы вас научим.